Три года назад в Петропавловске открылась секция по шорт-треку. Для нашего региона этот вид спорта довольно молодой. Скоростной бег на коньках привлек внимание 120 юных североказахстанцев. Сейчас они готовятся к предстоящему учебно-тренировочному сбору, оттачивают скорость и ловкость. На тренировке побывала съемочная группа МТРК. Скорость, ловкость и выносливость. Сложно представить шорт-трекистов без этих качеств. Главное в этом виде спорта максимально быстро преодолеть дистанцию, опередив конкурентов. Сейчас юные спортсмены на ледовой арене оттачивают свое мастерство. Среди них 12-летняя Альбина Абильева. Этим видом спорта она занимается 3 года и показывает хорошие результаты. Сложнее всего мне удавалось набирать скорость. Я старалась тренироваться летом. Мы ездили на сборы, чтобы набрать эту скорость. Я очень старалась, и у меня все получилось. Учебно-тренировочный сбор уже скоро. Пройдет он в Кустанайской области. В нем примут участие 10 североказахстанских шорт-трекистов. На этих ребят тренеры возлагают большие надежды. Мы сейчас хотим провести учебно-тренировочный сбор для того, чтобы дети подкатались, подготовились, потому что прошлый год у нас совсем выпал. И как таковой подготовки не было, сидели дома. У нас спорт как таковой недавно совсем, 3 года в области он. Вот, поэтому детей приходится всему учить с нуля. Поэтому результат немножко затягивается. Но сейчас, в принципе, картина уже хорошая. На учебно-тренировочных сборах отберут лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке Республики Казахстан. Пройдет он в конце января в столице. Анастасия Стертак, Михаил Казначеев, Новости МТРК.